Фестиваль семей «Ретрофест» был организован на набережной реки Иртыш. На празднестве прозвучали традиционные ретро-поп-песни, популярные хиты 80-х и 90-х годов. Выступали известные певцы и музыканты семьи. Программа была организована при поддержке местного акимата. Жил союз на семи голосах. Каждый год, чтобы подарить жителям города семи прекрасное настроение, мы представляем коллекцию любимых среди горожан ретро-песен. Это музыка 80-х и 90-х годов. Такой фестиваль стал нашей ежегодной традицией и одним из любимых масштабных празднеств семичан. Фестиваль длится 2-3 часа. Собравшиеся на фестивале семичане и гости города выразили свою признательность организаторам и пожелали, чтобы такие вечера проводились чаще. Мероприятие проходит отлично. Нам все очень понравилось. И песни, и танцоры. Мы приходим на фестиваль каждый год. В прошлом году тоже были. Спасибо организаторам за праздничное настроение. Это старые ретро-песни, которые уже забываются. И поэтому я считаю, что такие мероприятия проводить нужно. Это будет полезно для молодежи. Очень рады, что попали на фестиваль. Хорошее мероприятие. Люди соскучились по общению, погода. Спасибо огромное, кто организовал. Это праздник. Всем радость, счастье и мирного неба. Всем, кто сделал фестиваль более интересным, вручили дипломы. Семей «Ретрофест» – это инициатива, которая традиционно радует горожан и гостей города. Фестиваль стал неотъемлемой частью культурной жизни семьи. Ботагөз Дандыбаева, Ружан Таубекова, Иртыш Кучерхан, телеканал «Семей».